Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя, и сегодня мы с вами идем обозревать новый акционный каталог из магазина Мила. Поверьте, в данном каталоге есть очень много выгодных и хороших позиций, поэтому обязательно досматривайте видео до конца. Всем желаю приятного просмотра. Итак, начинаем мы с первого товара. В продаже появилась новинка от компании BioVolt. Это гель «Старинг» для укладки. Цена его на скидке 6,99. Еще от этого бренда можно выгодно приобрести термозащиту, цена 8 рублей 39 копеек. И вот такая популярная термозащита от Schwarzkopf Go2b стоит 23 рубля 57 копеек. Еще на выгодных ценах представлены вот такие лаки для волос от компании Schwarzkopf TAF, цена 12 рублей 59 копеек. Еще обратите внимание, что в данном каталоге супер выгодные цены вот эти на эти масочки от компании Lerata Cosmetic. Цена 14,99, я уже давно не помню, что были такие потрясающие цены. Обычно они стоят по 16-19 рублей. Бальзам укладки для волос от Bio Provan, цена 11 рублей 39 копеек, объем составит 400 мл. Шампунь Pantene Pro V 8 рублей 34 копейки за объем 250 мл. Несмываем восстанавливающий спрей от компании Pantene Pro V, цена 12 рублей 44 копейки. Несмываемая сыворотка для волос компании L'Oréal Elicef, цена 12 рублей 73 копейки. Еще в продаже появилась вот такая сыворотка, увлажняющая и придающая объем волосам, также компания L'Oréal Elicef, цена 15 рублей 4 копейки, объем составит 150 мл. Еще в данном каталоге супер выгодная цена вот на такой восстанавливающий шампунь Onganier Frutis. Цена 11,99 за объем 700 мл. Гигиенические прокладки Always Platinum 8 штук на 4 капли, цена 3 рубля 99 копеек. Гигиенические тампоны Ола 16 штук, цена 6 рублей 19 копеек. Переходим мы с вами в отдел порошков и бытовой химии. Вот такой порошок для белого белья компании Extra. Масса 3 кг, цена 9,99. Следующий порошок B-Max Макса также 3 кг, цена 15 рублей 98 копеек. Идет со скидкой 40%. Еще в данном каталоге очень выгодно приобретать стиральный порошок Tide. Значит, вот такой массы 3 кг, цена 19 рублей 99 копеек. Порошок массой 4 кг стоит 25,99. И вот такой порошок массой 6 кг за 33 рубля 99 копеек. Это очень и очень выгодно. Следующая акция, которая появилась в сети магазинов Мила, это вот такая. Значит, стиральный порошок Kinder M массой 400 грамм стоит 3 рубля 19 копеек при покупке за одну штуку. При покупке от двух цена составит 2 рубля 87 копеек. Гель-концентрат для стирки детского белья компания Grass, линейка Alpi. Цена 21 рубль 94 копейки, объем составит 1,8 литра. И следующая акция, которая действует в сети магазинов Мила, идет 2 по цене одного. Вот такой гипоаллергенный гель для стирки детского белья компания Synergetic за 2 штуки объемом по 1 литру вы отдадите 19 рублей 50 копеек. Гипоаллергенный гель для стирки с пятновыводителем 2 в 1. Цена за 1 литр 14 рублей 11 копеек. Еще за скидкой 40% можно приобрести вот такой гель «Большая стирка». Яркость цвета. Цена выйдет 10 рублей и 25 копеек. Масса 1200 грамм. Наконец-таки стали более или менее адекватные цены на капсулы. Значит, 15 штук от компании «Ариэль». Цена 17 рублей 78 копеек, скидка идет минус 50%. И 23 штуки стоят 29,99. От себя хочу порекомендовать вот такой гель для стирки белья от компании Grass, линейка Eva. Цена 17 рублей 49 копеек за объем 1800 мл. Еще со скидкой 40% можно приобрести вот такой кондиционер для белья Bis. Цена 5,99 за массу 900 грамм. Концентрированное антибактериальное средство для пола компании Synergetic, цена 3 рубля 55 копеек, объем составит 750 мл. Отбеливатель компании Boss массой 300 грамм, цена 4 рубля 29 копеек. Упаковочка трехслойной туалетной бумаги Regina, цена 8,99, она идет трехслойная.
Азелит антижир, цена 7 рублей 99 копеек, объем 600 мл. Еще со скидкой 50% можно приобрести средства для стекол и зеркал от компании Синергетик, цена 4,99, объем 500 мл. Также по выгодной цене представлены вот такие средства от компании Санитар. Значит, первый идет для бытовой техники, удаляет запах и грязь, цена 4,99. И есть еще вот такой для кухни, объем по 500 мл. Специальный чистящий крем для стеклокерамики компании Санитар, цена 2 рубля 39 копеек, масса 600 грамм. Так, кто не брал в позапрошлом каталоге, значит, вот такая огромная баночка моющего средства для посуды компании Fairy, объем 1350 мл, цена 8,99. Девчонки, бегите, закупайтесь, потому что это очень и очень выгодно. Универсальная салфетка, изготовленная из микрофибры, компания Чистюля, одна штучка, цена 11,99. Еще из новинок появилась вот такая салфетка-варежка, изготовленная из микрофибры, также компания Чистюля. Написано, что все очень классно удаляет, без химии, без разводов и ворсинок. Цена вот за такую находку 11 рублей 19 копеек. Переходим мы с вами в детский отдел. Подгузники от компании Pampers Premium Care, единичка 72 штуки, 56 рублей 28 копеек. Трусики, четверочка, 38 штук, 44 рубля 49 копеек. Подгузники Хаггис Лепцов, четверочка, 54 штуки, 54 рубля 99 копеек. И еще выгодная цена вот на такие вот трусики-подгузники компании Какаду, 30 штук, цена 15,99. Я уже беру третью упаковку, но вполне они неплохо зашли. Гель для купания Бюбхен, 21 рубль 29 копеек, объем 400 мл. Еще на акции можно приобрести вот такую линейку для деток. Значит, шампунь и гель для душа 2 в 1, цена 8 рублей 49 копеек. Зубная паста Colgate объемом 75 мл, 12 рублей 79 копеек. Colgate объемом 100 мл можно приобрести за 3 рубля 59 копеек. И Aquafresh, цена 5 рублей 82 копейки. Жидкое туалетное мыло объемом 500 мл, цена 2 рубля 99 копеек. По выгодной цене можно приобрести вот такие расчесочки из Милы. Они очень классно расчесывают мокрые волосы. Цена на скидке 5 рублей 59 копеек. А вот такая небольшая детская расческа всего лишь стоит 2,99. Бальзам после бритья стоит 12 рублей 69 копеек, объем 100 мл. Дезодорант Old Spice 9 рублей 67 копеек. Минус 50% действует вот на такие ватные диски компания Clinique. 120 штук, цена 2,99. На скидке 40% представлена крем-краска компании L'Oréal Paris, цена 17 рублей 99 копеек. Крем-краска для волос от компании Palette, цена 11 рублей 69 копеек. Гель для душа от компании Fa, цена 7 рублей 69 копеек за объем 250 мл. Еще выгодная цена действует на гель для душа от компании Materialis. Вот такой объем 400 мл стоит 7 рублей 55 копеек. Еще из новинок продажи появился вот такой антиперспирант карандаш Simple, цена 6,99. И еще в данном каталоге действует супер акция на натуральный дезодорант компании Синергетик. Цена 5,99, объем 50 мл. Кто такими пользовался, обязательно пишите в комментарии. Еще в Миле обнаружила мисс для тела компании Зая. Цена 10,99 за объем 90 мл. Натуральный скраб для тела от компании Синергетик стоит 13 рублей 49 копеек за объем 300 мл. В продаже имеется кофейный скраб, далее вот такой солевой, есть сахарный и еще один сахарный. Еще акция распространяется вот на такие кремы для рук от компании Зая, цена 3 рубля 44 копейки, объем составит 100 мл. Переходим с моей в отдел парфюмерии. Женская туалетная водичка Black Night, цена 23 рубля 99 копеек. Black Vanilla 30 рублей 79 копеек. Нюэла 43 рубля 59.
Вот такая женская туалетная водичка стоит 38 рублей 99 копеек. Очень интересный, на самом деле, аромат. Еще одна женская туалетная водичка Korea Spring Son. Объем 100 мл, цена 15 рублей 79 копеек. Из мужского ассортимента NAX все еще остается вот такая потрясающая туалетная водичка, о которой я вам очень много чего рассказывала. Цена 38,99. Аквамен 27 рублей 59 копеек. Хунка 15,99. Go-Go Lotion 14 рублей 62 копейки. И вот такая бюджетная G-Club Миллионер 9,64. Так, в данном каталоге все еще действует хорошая скидка вот на такую тушь от компании Evelyn Cosmetic, цена 6,99. Карандаши-корректоры от компании Belle, цена 9 рублей 4 копейки. Гипоаллергенная база под макияж компании Belle со скидкой 40%, бал с рублей 21 копейка. Столько-тональная основа от компании L'Oréal Paris, 23 рубля и 15 копеек, имеет SPF-защиту 25. Так, кто смотрел мой обзор на мои любимые фавориты, что лежит у меня в косметичке, я рассказывала вот о таком скульптеле от компании Belor Design. Сейчас на суперской скидке 50% представлено вот эти три продукта. Скульптер, хайлайтер, а также румяна. Стоимость 6,99. Кто хотел попробовать, девчонки, обязательно берите в этом каталоге. Тональный крем от Belor Design линейка Patti 10 рублей 49 копеек. Еще обратите внимание на скидку 50% рисовая пудра от Belor Design. Также супер выгодная цена 7 рублей 64 копейки. Моя любимая тональная основа от Rilou и линейка Paradise. Сейчас также на небольшой скидке, цена 17 рублей. Тушь для ресниц от компании Rilou, цена 9 рублей 53 копейки. Еще можно выгодно приобрести румяна от компании Rilou Pro. Сейчас они также на небольшой скидке, цена 9 рублей 8 копеек. Еще в данном каталоге действуют скидки на тинты от Lux Visage. Вот этот, я так поняла, это новиночка. Обязательно его себе возьму, протестирую. Цена 6 рублей 59 копеек. Еще обратите внимание, что в данном каталоге действуют скидки на потрясающие кисточки от Lux Visage, почти они все на скидке. Если что, ставьте видео на паузу и более подробнее ознакомьтесь с ценами. Мицеллярная водичка от компании Mastige, цена 9 рублей 59 копеек. Крем-пена для умывания, также компания Mastige, линейка коллаген Магадузы, цена 9 рублей 19 копеек, объем составит 150 мл. Интенсивно увлажняющий крем для лица компании Aravia, цена 23 рубля 27 копеек. Суперпитательный крем против морщин компании Evelyn Cosmetic Bonus Plus 40, цена 11 рублей 46 копеек. Еще сейчас распространяется акция на новую линейку от белорусского бренда Latte Beauty. Значит, вот такая эссенция увлажняющая для кожи лица стоит 9 рублей 59 копеек, имеет нежный карамельный аромат. И вот такая увлажняющая восстанавливающая масочка для лица, цена 7,99. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Мила подходит к концу. Надеюсь, видео вам оказалось полезным. Если да, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много интересных обзоров, и, кстати, они выходят довольно-таки часто. Я про себя желаю вам приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!